Вот что нужно делать, чтобы блокировать невероятный верх Виталия Лалитина? Наверняка, даже несмотря на всю свою силу и мощь, об этом сейчас думает и Леван Сагинашвили. Да и с Таутиевым бороться тоже так себе удовольствие. Вот кто может дать правильный совет? Сейчас-то я знаю, что надо делать с Хромычем, но с ним бороться надо очень сильно кисть иметь. А ведь и вправду, порой, чтобы узнать ответ на самый сложный вопрос, нужно просто поговорить с мастерами старой школы. Просто уровень сейчас изменился сильно. Вот раньше, кто боролись, лучше уровень был в команде, чем сейчас. И как раз для этого мы с вами сегодня и заглянем в далекий 99-й год. Солнечный Владикавказ, где с небольшими перерывами на робкий бразильский брейк-данс и капуэру с размахом прошел чемпионат мира по армрестлингу. Очень жарко было. Ну, сильнейшие спортсмены были, очень сильнейшие спортсмены. И поверьте, сегодняшний визит в прошлое обещает нам откровенные ответы на самые каверзные вопросы. Ну, например, как выжить, если спарринговать для каждой тренировки? Или кто победит в финальном армфайте топ-8? Или даже так, можно ли в армрестлинге стать чемпионом мира без фармы? Вам интересно? Нам тоже. Так что в путь! На часах 6:30 утра я черт знает где, на краю Москвы, где-то на МКАДе. Едем. На работу строить мосты. Кто не знает, знакомьтесь, чемпион мира в категории до 70 килограммов Алекс Муджишвили, человек, совершивший небольшую революцию в мире арма. Так что готовьте ручки и блокноты, вас ждет много мудрых советов. Там по дороге будет у нас хорошая шашлычная, короче, можем остановиться, покушать. Вот за что я люблю арм, так это за то, что многие герои здесь до сих пор живут в реальном мире, вдалеке от онлайн-тренировок. Все, как в легендарном фильме «Изо всех сил». Днем тяжелая мужская работа, ну а вечером любимый армрестлинг. Но это в идеале, а в реальности… К сожалению, мы уже, наверное, минут 40 толкаемся в пробке. И конца, и края этой пробки не видно. Слабую сторону центра уже, блядь, стоит там. Да, я тоже так собираюсь сделать, скажу, до СВХ и по СВХ, и потом через лес. А чем больше пробки, тем меньше рейсов получится сделать сегодня у нашего героя. Но с другой стороны, пока мы толкаемся в пробках, давайте поговорим про армрестлинг. Тем более, что нас ждет так много всего интересного и даже порой невероятного. Как говорили, что я кисть на гантели 100 килограмм не мог качаться. Я же показал, что могу качаться. Могу. Меня судьба свела с Алексом в году 94-95. Но точно помню, что в 96-м я уступил ему в полуфинале чемпионата России. А уже через пару лет вместе со всеми фанатами армрестлинга смотрел, как он совершает, казалось бы, невозможное. Открывает крюк доселе непобедимого Шамиля Каражаева. Эффект этой победы произвела такой же, как недавняя победа Таутиева над Залоевым. Единственное, что соцсетей тогда не было, и знают о том противостоянии немногие. То я гордился собой, потому что я же не мог выезжать на чемпионат мира, у меня документов не было. Я выигрывал здесь, а Каражаев выигрывал там, на чемпионат мира. И я себя чувствовал, как это так. То есть я себя тоже чувствовал себя чемпионом мира. И вот в 99-м году на чемпионате мира, который с большим размахом прошел в столице Северной Осетии, судьба вновь свела Алекса и Шамиля. И в этот раз семикратный чемпион мира был полностью готов к реваншу. В 99-м году я готовился как никогда, в смысле от души. Мы месяц на сборах были, результаты тоже хорошие были, но... Можно сказать, перегорел, наверное. Перегорел. Да, в том поединке удача вновь была на стороне Алекса Муджишвили. О!
Хотя, возможно, дело здесь не в удаче, а в каких-то секретных методиках тренировок. Например, отработки старта. Ведь если верховик проспал старт, хороший крюковик сожрет его на раз. Я сам по себе очень тугой. Да, то есть я не такой резкий, как выглядит. Да, вот когда я боролся. Но я научил себя и свои мышцы работать с вторым номером. Но это выглядело, что как будто я начинаю старт, я выигрываю первый. Это спарринги с партнерами. Только так. Старт по-другому. Бог то, что дал, короче, это есть. Но опять же, то есть они начинали вставать. То есть ты работал всегда вторым номером? Да. Всегда. Получилось так, что я всегда вторым. А ведь правильный лайфхак для верховиков – тренировать старт вторым номером. Но никакой старт не поможет, если в ваших руках нету силы. Поэтому Алекс всегда работал с большими весами. Потихонечку дошел до 78 килограмм. Поднимал, короче, двумя руками на ногу, упирался и опускал. До 90 градусов не доводил, но вот примерно вот такой угол, короче, я качал. Раз 6. А потом статику делал этим же весом. 78 килограмм – это очень. Кому не скажи, никто не поверит. И все скажут, что это нереально. Как говорили, что я кисть на гантели 100 килограмм не мог качаться. Я же показал, что могу качаться. Могу. Это обыкновенная гантель. У меня есть такая большая гантелька, где набирается большие веса. Вот. Это тоже была короткая амплитуда? Ну как короткая? До открытого. Угу. Ну, до открытого. И сгибание. Здесь с нашим героем многие поспорят. Раз нет видео с подъемом на Ютубе, значит нет и подъема. Но Алекса это не особо смущает. Он до сих пор выступает и выигрывает. Например, на турнире по армсумо, который железный рейтинг провел на СНПРО совместно с сетью фитнес-клубов «Алекс Фитнес». Совсем чуть-чуть, просто чуть-чуть осталось. Две трети будет прижаты, две трети будет прижаты. Нужно... Да и спарринговать он старается сейчас так же много, как и раньше. Вот, типа, как это можно каждый второй день, каждую тренировку бороться? Могут сказать, что это же нереально, это же руки же больно, это же... Да, больно. Но если ты соображаешь головой, да, и думаешь, ты выбираешь себе из партнеров. Допустим, если сегодня ты поборолся с Димой, да, с Кокаревым, короче. На третий день придешь, ты уже не сможешь с ним бороться, потому что у тебя руки раздолбаны. Ты попроси другого человека, который чуть-чуть послабже его, и позанимайся. Но каждый божий день, когда я тренировался, каждый железо занимало, допустим, 2 часа времени, 2,5-3 часа времени, столько же занимала у меня борьба. Держит себя в хорошей форме и главный соперник Алекса – Шамиль Каражаев. Так, 65-килограммовую гантель с толстой ручкой он, пусть и не без труда, но от пола отрывает. Правда, без разминки сейчас еще одну попытку, да? Хотя сегодня, если забить в YouTube Шамиль Каражаев, выдача будет уже не армрестлинг, а джип-триал. Я машину в 14 году выиграл, новую, в семерку. Да? Да. По джип-триалу. На самом деле, джип-триалом занимается сейчас, ну, насколько серьезно, я не знаю, Джон Брезенк тоже. Ну что же, место рядом с водителем мы менять не будем, лишь сменим транспортное средство. Ведь за нашими неспешными разговорами об армрестлинге мы добрались до первого места назначения. И наш восьмиколесный МАН встал под загрузку.
Загрузка закончена, и нам пора в путь. На этот раз прочь из Москвы, за МКАД, на разгрузку. Если там ничего не произойдет по дороге, авария там или что, за час доедем. Потом нас ждет небольшая тренировка, а затем вновь сквозь столичные пробки нужно будет вернуться за новой порцией грунта. Но пока мы в пути, давайте опять перенесемся во Владикавказ, где Алексу предстоит пройти еще одно серьезное испытание – поединок с Коброй, рукоборцем не менее одиозным и легендарным, чем Трэвис Баджетт. Я за него слышал до этого, до приезда вообще к нам сюда во Владикавказ. На том чемпионате Кобра без сомнений был главным хедлайнером шоу. Да и за день до старта он погулял на славу. На берегах Терека до сих пор вспоминают о его ночных похождениях. Да, он перед тем, ну, чуть выпил такое. Ну-ка, говорит, давай попробуем. Я говорю, не-не, после, говорю, все после. Потом с ним общались, хороший парень оказался. И там с ним чуть и погуляли еще после чемпионата мира. Провожали его потом с Беслана, улетали. Так не хотел уезжать. Так вот, своим мощнейшим верхом на этом мире Кобра без труда прошел всех своих соперников. Кобра феноменальный спортсмен, он всегда на уровне. Забегая вперед, скажем, что в абсолютке он раскрыл кисть 160-килограммовому Вахтангу Дживахадзе. Весь зал был в шоке, как и сам грузинский великан. И вот с этим монстром и предстояло провести поединок Алексу Муджишвили. Кобра там боролся в 70-ке, он выиграл, он очень сильный был. Это поражение до сих пор не дает покоя нашему герою. Часто вспоминаешь этот поединок? Ой, часто, очень часто. Очень часто, что мог бы сделать, и что надо было сделать. И не могу себя как-то вот... То ли простить свой вот этот как маленький этот опошлость. Ну да, тяжело было с Коброй. Понимаешь, вот когда проиграл, говорит, что, короче, что-то было у тебя, короче, там кисть болела, там, ну, это оправдание, ну, неправильно. Но у меня, честно, короче, вот тот момент, когда я боролся с Коброй, кисть не работал. А что сейчас говорить? Проиграл? Проиграл. Надо было сильнее тренироваться, чтобы у меня кисть не вылетела. У многих есть такой же поединок, который не отпускает даже через 10 лет. Но с другой стороны, сегодня, проанализировав ту борьбу, Алекс может дать совет тем, кому предстоит поединок с таким же, как Кобра, мощным верховиком. Тому же Ливану Сагинашвили, которого ждет поединок с Виталием Лалетиным. Да есть у нас еще парни с длинными руками и все сокрушающим верхом. Я бы сравнил бы руку вот нынешними ребятами, Георгий Таутиев. Если бы была бы такая возможность, я бы боролся бы, короче, с ним. Я бы поборолся бы вот конкретно чисто с середины. И не туда, и не сюда. А я бы вот бок. Кисть-то у меня был хороший. Я кисть не смог бы раскрыть. Но с ним бороться надо очень сильный кисть иметь. Хорошей кисти именно боком. Не закручивать ни вверх, ни вниз, ни никак. Именно вот в середину растаскивать, короче. Вот тогда можно. И вот здесь пришло время первого важного вопроса. Алекс, как ты думаешь, сможет ли Виталий Лалетин взять верх над Ливаном Сагинашвили? Или победа будет за грузинским атлетом? Ведь исходя из того, что ты сейчас сказал, как раз именно кисти может и не хватить Ливану против сибирского тяжеловеса. Ведь это показал и поединок грузинского великана с Кадыргали Ангарбаевым на втором этапе топ-8. Нет, Сагинашвили это совсем другой формат. Их нельзя с ними смешивать. Сагинашвили надо с Цыпленковым. Уровень другой. Ты считаешь, что вы валите не победить Сагинашвили? Нет. Сагинашвили один президент Денис Цыпленков.
Ну, если там американец, конечно, наберет, может быть. Ну, все, больше у Савиночули нету никого. Вот так вот, только Денис или Чейфи, и никак иначе. Других соперников Алекс для грузинского гиганта пока не видит. Ну а мы за разговорами про АРМ опять проехали пол Москвы, выбрались за МКАД, разгрузились, и пришло время тренировки. Есть у меня вот такая веревка с карабином, специальная. Я... Вот так. Так вот вешаю. Готовый турник. Вот берем. Просто нет, пошло. Процеваем. Сколько могил. Алекс старается выкраивать для тренировок каждую свободную минуту. А времени на полноценный тренинг не хватает категорически. Ведь помимо работы, ему нужно уделять время семье. А у него, между прочим, трое детей. Ну, дочке, короче, 16. Старшему сыну 12, младшему 6. Илюшка маленький у нас. Но в любом случае, наш герой до сих пор в строю. Как мы уже говорили, недавно Алекс выиграл турнир по армсумо в среднем весе. А в начале декабря примет участие в шоу по арму «Битва за ресурсы». Без любимого армрестлинга ему уже никак. А, вот этого куража и вот этот адреналин не хватает. Не хватает адреналина. Ну а сейчас подошло время главного вопроса. Алекс, а можно ли в армии стать чемпионом мира без фармы? А, посмотрите на меня. Возможно? Возможно. Возможно. Тебе же не верит все равно. Ну, это их не проблемы, короче. Я в любой момент, короче, мог бы пойти и сдать этот тест. Вот, любой день. Пришли бы и сказали бы, что пошли, будешь давать тест любой день, ночь. Я был готов, пожалуйста. Это у меня внутри сидит. Это не то, что я не фармил из-за чего-то. Это вот внутри себя сидит. Это сравнение, знаешь, как я проведу? Пойти к женщине с этим... С Виагрой. С Виагрой. Вот. Я, у меня вот такое чувство. Пойти к женщине, короче, там, да, и Виагру нажраться. А когда закончишь, там уйдешь от нее, да. И ты не. Это ты сделал, короче, или Виагра, короче. Вот. Я хочу, чтобы я это сделал. Я. И женщина я был, короче, и выиграл я. Что здесь скажешь? В вопросе фармы Алекс категоричен. Но мы ему верим, ведь знаем как минимум еще двух атлетов, которые солидарны с ним в этом непростом вопросе. Мучить нашего героя расспросами сегодня мы больше не будем, ведь ему вновь пора вставать под загрузку, причем не в последний раз за сегодняшний день. И на этом мы закончим наш выпуск, но закончим еще одной мудрой мыслью от нашего героя, что нельзя жить прошлыми заслугами. Может быть, где-то там сидит, да, и ты вспоминаешь внутри себя и в пьяную там через пару рюмок можешь вспоминать и сказать, что, короче, там, да, было такое, короче. Ну и все. А перед детьми нет. Вот. Все, что было, все прошло. Вот сегодня, завтра, послезавтра, вот живите вот этим, короче, готовьтесь. Нельзя жить вот вчерашним, это надо все забить. Не важно, короче, что было вчера, важно, что есть сегодня и что будет.
что мы делаем, что было, короче, завтра, послезавтра. И вот на этом все. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими товарищами по качалке. Это важно. А мы прощаемся с вами. До скорых встреч!